Вот так наша дочь довела бедную кошку, что она залезла в папин рюкзак и сказала: «Отнесите меня хоть на работу, хоть куда, только не оставляйте меня одну с этой девочкой». Все, она согласна ехать на работу. А может, она просто боится, что станет такой же, как Роксанка. Роксана, ты до чего довела уже бедное животное? Леопард. Смотри, чего бегу.